ехали на вокзал, вон садятся наши. Так опаздывали, бежали, потому что я еще забежала в супермаркет, малины, вон сока купила, всяких булочек. Пока прибежала, еще не успела уже снять вам. Пока-пока. Пока-пока, мои друзья. Пока-пока. Ой, а Оксана дальше что ли будет? А это еще дальше. Ага. Заторы там у них в поезде. Видите, здесь не пройти. Люди сели не на свои места, оказывается. Вот сейчас они без места, наверное. Сейчас им освобождают. Ой, ой, что-то плакал, что-то плакал. Пока, пока, красавец. Аккуратно, там малина, не раздавите. Освобождают им места. Все. А, полностью купе заняли без билета. Четыре места, говорит. Ага. Оксана объясняет. У них в билете указаны места. О, отъезжает. В билете указаны места, а люди, эта электричка, садятся без мест, не указано. А девчата специально покупали с местами, чтобы потом проблем не было. Пока-пока, пока-пока-пока. Светланка, пока! Пока! Лежишь, прелесть. Облака такие, как барашки, или как хлопок, как будто бы. Может быть, как молоко, которое свернулось. Не очень, да, сравнение, конечно. Как хлопок тогда. Жарко. Ой, а под зонтиком хорошо. Всех витаю, дорогие мои друзья. Проводили девочек. Вчера ж поздно пришли, поэтому Настя с девочками, с Людой осталась дома. Я пошла проводила девочек. Они, наши Вероничка и Ева, выспались, и мы уже пришли сюда в бассейн купаться. Люду, чтобы показать, где мы купались. С Людочкой пришли. Сейчас Людочку покажу. Вот. Вот. Настя. Настя, покажи свой купальник. Покажи. Вот. Здесь такие для детей есть маленькие бассейны. Я издалека покажу. Не хочу детей снимать. Ева вон играется игрушками. Водички набрала. Туды-сюды. Ага. Хочет воду постоянно. Уже замерзла, как цуцик. Уже вся синяя, все равно хочет. Спать ей пора. Сейчас пойдет спать. Пахнет вкусненько. Пиво. Настя. О, холодненькое. И у Люды. И Люды. Вот я покажу. Пока что есть возможность. Какой здесь бассейн. Прошлый раз показывал, не знаю, получится, нет, потом попозже показать еще. Вот. Сейчас еще битки заказали. Колбаска. Кто-то заказал и никак не едет. Не идет брать. Вот туалет мужской, женский. Здесь мороженое продают. Здесь еду продают. Вот сзади. А? Майонез? Да, это майонез. Это майонез. Татарская. Не знаю, майонез такой. Вилки, ложки. Классненько там. Эти шух. С горки можно съезжать. Вероничка заснула. Мои кофты накрыли. А, что вы там играете? Что-то выиграли? Нет. Змерзлина, значит.
мороженое с замороженными. Да-да, в Праге очень много, между прочим, ос. Очень много. Да. Солнце начало выходить. Люда, только мы пришли, и солнце начало выходить. Как только пошли загорать, солнца нет. Тучи и все. Ничего себе, полноценный обед. Да. Отбивная, картошечка фри и огурчики. Еще и помидорчики с капустой. Все, приятного аппетита. Вот бассейн. Вот там мы сидели, обедали. Здесь вот кафе еще есть. Накупались уже. А вот это детское, видите? Вот скамейки, на которых можно сидеть. Здесь вот Вева с Вероничкой плавали. Но здесь сейчас уже, видите, солнце ушло и стало прохладным. Поэтому мы уже все собираемся. Здесь душ. Тоже они здесь плюхались долго. И вот питьевая вода, смотрите. Здесь можно попить водички специально. Вот есть детский домик, детская игровая. Булочку кушаю. Я так любит это кепки. Сама себе выбрала в магазине. Настя и панамку покупала. А она себе выбрала вот эту. И ни в какую, только кепку эту и все. Пристраивается. Ну, мой Зюнди, кушать захотела. Подожди, дай волосы соберу. Кушать захотела. Хотя кушала она. А все равно, видите. Я на жопу хотела вытереть. Вытерла. Я успела рукой вытереть, но она готова. Все, мы уже оделись. Уже собираемся. Что ты никак не можешь устроиться? Опа, иди. Все, включили опять. Водичку опять включили. Все, уже, Вероника, все, уже домой пойдем. Домой пойдем сейчас, да. Иди сюда. Накупалась, надышала свежим воздухом. И гугон. Да, да, да. Пить водичку будешь пить? Нет? Да. На-на-на-на-на-на-на-на-на, малыш. Как шеп? Как называется эта музыка, шеп? Шеп, ту-ту-ту-ту. Шеп. Baby shark, ту-ту-ту-ту-ту, baby shark, ту-ту-ту-ту-ту, я малыш. Герани везде цветут, чернобрывчики, вот герани, пышно так цветут. Все, идем домой,
наотдыхались. Ага, вот что выиграла. А яблоки. Вот отсюда хорошо видно, смотрите. Иду. Так, вот Люда. Опять как вчера в конце вагон. Опаздывающий. Что такое? Опять занято там? Не видно ничего. Все стоят еще там. Опять, наверное, место займут, кто без мест. У нее в купе одни мужчины там. А, да, возле окошка у нее, видите, вон она уже села. А, закрывает. Ага, пока. Настя ей выбирала билет специально возле окошка. Главное на Драджи. Главный вокзал, значит, железнодорожный. Люда в 6:35 уехала. Мы с ней в 5 часов проснулись. Я и завтрак с собой приготовила. И проводила. Деревья. Какие здесь красивые, да? И вот здесь вот, если вы приехали с детьми, и у вас есть время, вот с правой стороны есть детская площадка. Бабушка Люба знает все детские площадки. А мы живем здесь недалеко, поэтому пешком. Хотя можно подъехать на метро, но сейчас рано. Детям тоже кашу уже приготовила, поэтому можно бабушке Любе и погулять.